Сучасний та безпечний новий ігровий комплекс відкрився в Одеському дитячому садочку. Подію приурочили до Дня Святого Миколая, який відзначали напередодні. Як усе було, дивіться далі. Новенькі альтанки, пісочниці, гойдалки та безліч локацій для розвитку. Такий подарунок малечі до Дня Святого Миколая зробили в цьому одеському дитсадку на Мечникова. Встановили тут і вуличну сцену. Мы всегда ставим спектакли, различные действия, и поэтому нам очень нравится, когда у нас будет сцена театральная прямо здесь на воздухе. Теперь нам есть где красиво гулять и безопасно. Оновили и саму территорию дитсадка. Тут теперь будет больше зеленых зон. Работы тривали майже рік. Витратили 2 миллиона гривень. И все коштом депутатского фонда. В том числе на территории, где играются детки, сделали дорожную разметку с дорожными знаками, для того, чтобы приучать детей, как выглядит знак пешеходного перехода, где нельзя двигаться и так далее. То есть такая интерактивная получилась у нас площадка, где дети, кроме того, что играются, могут еще, ну скажем так, обучаться правилам дорожного движения. На открытие комплексу гости пришли не с порожними руками, а и с солодкими подарунками. Это совместная работа депутатов городского совета фракции «Оппозиционная платформа за життя», так называемый депутатский фонд. Это деньги, которые их усилиями были выделены из городского бюджета. Это округ, от которого избирался от нашей политической силы депутат городского совета Роман Сеник. Руководство садика очень довольно. По их словам, деткам очень нравится. Это, наверное, лучшая благодарность и лучшая оценка любого депутатского труда. В рамках этого проекта работа не зупиняється. Наступного року на відкритій території садочка депутати планують облаштувати ще й літній басейн. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.